Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту, инвестиционному проекту АТМ-2024 или 2024. Значит, у меня отработал первый кейс, ну или первый депозит за 40 криптомонет Трон. То есть за $5. В сегодняшнем видео буду проверять его на вывод. Но он и так платит, это естественно. Но тем не менее, буду его монеты выводить. Хочу сделать я реинвест и плюс новый депозит за $10. Можно развиваться с первого кейса за $5, так как здесь доступен реинвест, и можно на реинвесте, как бы, да, вот за все первый за $5, он работает 3 дня, потом делать реинвест и накапливать, как бы, монеты, и или выводить, или опять делать, как бы, крутить по кругу $5, или же переходить на следующий сейф за $10. Значит, у меня открылся, видим, да, сейф за $10, а вот за 25 он мне недоступен. Так, ну что, давайте тогда, что мой сейф, я кликаю. Покажу вам. Значит, один из одного отработал. Депозит я делала 13.02. 40 криптомонет Трон. Профит 60. И также я могу сделать, вот видите, да, реинвест. Реинвест недоступен за $10. Мне он недоступен, так как это будет 68. У меня 68. Да. А реинвест за $10 это 80 криптомонет Трон. Мне доступен реинвест, естественно, за $5. Но прежде я хочу вам показать, минималка на вывод 20 криптомонет. Так что мне хватит на реинвест. Так, реинвест. Нет, вывод. Трон. Да, видим. И вот здесь как бы отображается сумма минимум 20 криптомонет, так как у меня 68 монет. Я 28 монет выведу. А 40 криптомонет я сделаю реинвест, после чего я зайду на следующий стол за $10. И на реинвесте, как бы, можно, как я уже сказала, крутить вот эти 40 криптомонет и... Так. Мой сейф. И, как бы, крутить этих 40 монет и тем самым зарабатывать, увеличивать прибыль. Кликаю сейф за $5. Так, и мы видим 40 монет. Здесь вот они отображаются. Кликаю депозит. Окей. Сейчас страничка обновится. Так, и что мне здесь написали? Вы не указали сумму. Ну, конечно, блин. Вот 40. Кликаю 41.0. Так. Окей. И опускаемся ниже. Пошел, видим, вот это у меня отработанный. Так. А это вот у меня сделала я реинвест. И за счет этого опять я 40 вкинула, 60 прибыль.
Вот, 40 можно на реинвест, а 20 прибыль, как бы оставшиеся монеты, можно выводить. Так, далее что теперь? Клик опять. Вывод. Сейчас я выведу остатки своих монет. В настройках не забываем прописать адрес кошелька. У меня осталось 28 монет. Минимум 20. Я кликаю, прописываю сумму. А то опять забуду. 28. Кликаю вывод. И скорее всего мне сейчас попросят. Ага. Что у меня здесь? Кликаю. Так, квита, платежная система Tron. Дата 16.02. Сумма выплаты 28 монет. Положение дел оплачено. Значит, ставлю на оригинал. Переходим. Крипто. В этот я работаю с TronLink. Можно также Spire это все. Мой пригласитель, например, работает с Spire кошельком. Сейчас. Мне же удобнее как бы. Да, вот они, 28 монет. Комиссию не сняли. Вот, 28 монет. ID транзакции. 16.02. 24 год. Все шикарно. Так. Вывод я вам показала. Давайте теперь что? Я хочу купить кейс. После того, как я сделаю депозит за $10, значит, он сразу автоматически встает в работу. Значит, это за $5 можно делать несколько депозитов, как бы, насколько мне известно, или как я поняла, потому что у меня вот здесь был один депозит, и я могла бы сделать еще как бы новый депозит за $5. Значит, у меня открылся вот этот сейф. Так. Этот недоступен. Значит, что я? Трон. 80 монет я должна перечислить. Кликаю. 80. Прописываю сумму. Далее. Инвест. Но. Сейчас. Правильно. 0. Так. 80. Далее. Меня должно перекинуть. Вот этот адрес я копирую. Не так. Аккуратненько я копирую. Да что где, что-то. Ну, как всегда, давайте повесим. Копировать. Ой, да ёлка. Иду в TronLink. Сент. Прописываю адрес. Вставляю. Что мне начинает все тупить и виснуть. Так, проверяем, не забываем адрес. Next. Сумму.
и отправляю. Все, монетки я перевела. Поставлю на паузу. Как монетки придут, после я продолжу. Возвращаюсь. Тут можно нажать Back to Account. И возвращаюсь я в аккаунт. А пока пауза. После продолжу. И как видим, монетки мои поступили. Пайт. Вот мой работает за 40 криптомонет и за 80 монет. Все работает. И мой сейф. Видим, за $10 5 дней. И вот этот реинвест мой 3 дня будет работать. А это отработанный донор, видим, да. И напоминаю, в настройках здесь не надо прописывать, как бы при выводе адрес кошелька. А здесь вот в настройках обязательно выберите платежную систему. Пропишите свой адрес кошелька, пропишите 4-значный пин-код и сохраните. Обязательно. Возвращаюсь в аккаунт. И видим, всего депозита у меня 120. Всего вывода, сколько я вывела. Ну и мой баланс, естественно, по нулям. Так как я вывела. Кому интересно, работайте. Не интересно, не работайте. Не забывайте о том, что это инвестиционный проект. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Как я уже сказала, можно раскручиваться всего лишь за $5. Можно делать реинвест, остаток на вывод, опять реинвест на вывод, но как бы пока не вернем свои монеты. До новых встреч!